Понимаешь, сейчас, когда весь мир, ну, практически, во всяком случае, тот мир, на который мы были ориентированы долгие годы, убеждает нас, что мы ничтожество. И вот мне кажется, что и вполне может преуспеть в этом, но только до какого-то... То есть для того, чтобы не сработала птица Феникс, нас надо уничтожить совсем. Это сделать очень сложно. Сейчас же не вопрос в том, что никакого там сейчас не вопрос там патриотизма, да, или какого-то лозунга, нифига. Я русская. Мои дети знают, что они русские. И если нам, как русским, придется за что-то заплатить, за свои поступки, мысли, действия или бездействия, значит, надо заплатить.